Скорая помощь в Украине нуждается в неотложной реанимации. Проблема не только в нехватке транспорта, оборудования и квалифицированных медицинских кадров. Со скорой массово бегут даже водители. Основная причина зарплаты у шофера со стажем, она едва превышает 5000 гривен. Станислав Кухарчук разбирался в проблеме. 42. Бригада реанимации Черкасского центра экстренной помощи принимает вызов. Есть всего 8 минут, чтобы добраться в другой конец города, к месту ДТП. Информация о состоянии пострадавших у медиков крайне скудная, поэтому дорога каждая секунда. К счастью, у пострадавших нет серьезных травм, но пассажирку одной из машин приходится госпитализировать. Женщина жалуется на боли в ногах. Качайте кулачки, пожалуйста. В обязанности водителя Сергея входит не только вовремя и безопасно довести бригаду к месту вызова, но и помочь медикам погрузить пациента. За полгода работы в скорой парень уже привык и к экстриму, и к бессонным ночам. Но вот смириться с зарплатой, говорит, не получается. У шофера без стажа она едва превышает минимальную. Ну, скажем так, не очень. Хотелось бы повыше. Как вот мне, да, я вот женатый человек, у меня есть ребенок маленький. Ну, тяжело. Среди водителей на скорой постоянная текучка. На сегодня в Черкасском центре экстренной помощи уже не хватает 25 шоферов. В процентном соотношении это немного, говорит директор, но это минус 5 полноценных бригад на смене. Никто не хочет идти, потому что умови праці экстремальні, відповідальність дуже величезна, заробітна плата мізерна. И такая ситуация по всей Украине. Если в районах люди еще как-то держатся за работу, то в городах такая зарплата не прельщает. В Ивано-Франковске 30 вакантных мест и постоянная текучка водительских кадров. Директор Центра экстренной помощи в растерянности. Говорит, в ближайшем будущем работа службы может оказаться под угрозой. Маем чем надавать допомогу, только треба зараз підняти заробітню плату, це треба поміняти санітарний транспорт і просто шліфувати навички, шліфувати навчально-тренувальні, створювати навчально-тренувальні центри. Повышение зарплат сотрудники неотложки ждут после окончания работы мониторинговой группы Всемирной организации здравоохранения. Ее специалисты по просьбе Минздрава сейчас проводят анализ проблем в украинской службе экстренной помощи и разрабатывают пути их решения. Наша цель – вивчити, що реально відбувається на місцях, співпрацюючи безпосередньо і з персоналом швидких, вивчити потреби, вивчити проблеми, щоб ми ефективно зберігали життя тим людям, яким ми можемо зберегти. Моніторинг закінчиться через 2 місяці. Виводи в тому числі будуть касатися і дополнительного фінансування екстреної допомоги. Несколько недель назад в Кабміні озвучили необхідну суму для розвитку служби. Це 11 мільярдів гривень. Станіслав Кухарчук, Жанна Дучак, Павел Тимошенко, Зіновій Автонас. Подробності телеканал Інтер.